Всем привет, мои друзья! Сегодня я приехал собирать рыжики. Вот в этих сосенках, которые выросли на месте бывших полей, мы собираем грибы. Народу много, кругом машины. Но никто пустой не уезжает. Все набирают. Покажу вам вот сейчас панораму. И мы пойдем собирать. Тут наши горы. Тут гора Шихан. Хребет Уралтау идет. Вот. Здесь мы живем. Вот собираем грибы прям недалеко от поселка, в километрах в трех. Сейчас я вам его покажу. Это вот дачный поселок. Магнитогорцы отдыхают в основном. Наши гости, мы их любим. Сами часто там бываем. А вот вдалеке по дороге видно наш поселок. Дорога вот Николаевская. Раньше шла в деревне Николаевка. Ну и сейчас по ней можно ездить. Ну, идем собирать грибы. Хожу вот, смотрю, и вот первые мои грибочки. 4 рыжика. Молоденькие. Ну, будем думать, что они будут хорошие. Вот какие чистенькие. Один вот плохенький, мы его не берем, эти берем. Приехал в 9 утра я, такая вот красота, и вот хожу, вот они попадаются, неплохо, тут уже кто-то встал на него. А там следующий, вот, маленький. Будем ходить в такой красоте. Вот под елочкой 2 красавчика спрятались. Чистенькие такие, светленькие. Сейчас мы их посмотрим, какие они. Ну, отличные, маленькие, вообще супер. А, чуть побольше тоже хорошие. Если я не уверен в чем-то, я их разрезаю напополам. Чистенькие. Вот такой высокий какой-то вырос. Парочка. Вот еще один мелкий. Так вот, собираем их в такой травке. А вот такие большие я даже не срезаю. Бесполезно. Гнилые. Был один год интересный. Несколько лет назад грибы, рыжики появились. Сразу одновременно. Как-то такие вот большие. И вот, верите, нет, все как один, чистые были. Идешь прям, срезаешь, и все. А вот в этом году, они вот, которые уже переросли, то все. И вот тот год столько люди насобирали, наморозили, намариновали, насолили. Такие года редко бывают.
Ну, хорошо, работа идет у нас в удовольствие. Такие колючки красивые. Отцветают они. Но смотрятся, конечно, цвет приятный. Хожу, давно не попадались. И вот нашел три. Сейчас мы их посмотрим. Ну, большой это, наверное, под вопросом будет. Взглянем сейчас. Посмотрите, какой я цветочек встретил. Как будто в садочке растет. Такие листики у него. Красивенький. Сейчас поближе покажу. Посмотрите, какую стайку встретил. 4, 2. Вот еще один. 7 штук. Были бы они все хорошие. Но, увы. Ну, вот из 7 только 3. Это все хороший результат. Такая у нас арифметика. То бывает из 5, из 10 только один возьмешь. Какую семейку нашел? Молоденькие. Ну, как растут. Отвлекемся немножко от рыжиков. Все, рыжики, рыжики. Посмотрим вокруг. Вот на такую красоту. Такие цветочки. Украшение нашего леса. Как они растут, их много. Полянками. Такая красота. Вот видите, их сколько бывает в траве. Прошел, посмотрел. Вот, а еще разгребаем. Вот красавчик стоит. Так вот, тихая охота продолжается. Тут не удержался. Хочу вам показать вот такие цветочки. Пчела жужжит. И вот пушистик какой-то растет. Интересненький. Спасибо, друзья мои, зрители моего канала, что были со мной. Ходили мы по уральскому лесу. Собирали рыжики. Вот набрал я неполное ведерко до машины. Еще далеко. Пока иду, доберу. Не доберу. И так хорошо. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир.